Всем привет, Фаскил против Тамариба. 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 Тамариба, наверное. Не знаю, кто такие. Можно сказать, вторая волна. Есть такая вот цель. В прошлой войне мне оставили комментарий, что надо было взять Кирилла в первом костюме. Ой, ну, простого. И он бы снял бы камни с этого, с Людвига. И я бы тогда бы смог бы с Кади замедлить, там, миньонов убить. Да, я забыл о нем. Я протестил сегодня на бегах, попался мне такой соперник. Я протестил, и действительно, тот бой я мог выиграть. Так. Пойдем сюда стандартной сборкой для Скади. Никто не режет у нас тут. Но если не режет, тогда возьмем быстрого хила. Быстрого хила. Возьмем одного Кирилла и Ригарда. Нас кто-то будет снимать баф? Баф никто снимать не будет. Все, поехали. Синие, синие, синие. Давайте соберем здесь троечку. И кристалл... А, нет, кристалл не получится собрать. Уедет тройка. Хотел синюю опустить, чтобы эта синяя поднялась. Но она у меня с красными наверх уедет. Сколько я могу собрать? Я смогу собрать раз, тройку, два, тройку, три, тройку. Но я могу собрать, в принципе, свои синие. Даже зарядить для миньонов. Даже вот так зарядить. И пробьем. Закрыться мы не сможем. Печально, да? Не можем закрыться. Тогда давайте желтый собирать. Ну, это нам пока не страшно. Так, Скади, да, захотела ультануть? Ну да, хорошо. Ой, Скади, Кади. Кади, Скади. Так, похилимся. Но пинги, наверное, пусть пинги ультует. Тут надо было, наверное, на плечо ставить Мицука, чтобы была контра против
Сходим сюда. Против Тора возьмем. Так, там слома нормальный, нормальный. Против Тора мы возьмем тогда собаку. Собаку Грейс. Ханитру. Возьмем Элродира и Алмура. Принципе, все быстрозарядные у нас. Попробуем. Так, камушка нам дали. Пять. Ага, слепота будет. Слепота же по всем даст. Всем слепота. И мы не наберем. А, не наберем. Так, а мы, наверное, с камня не убьем его. Если мы с камня не убьем, тогда попробуем под взрывом кристалла все это бахнуть. А кого будем убивать? Центр или правый угол? Давайте центр, наверное. Хотя надо угол пробивать. Попробуем. Мимо. Попали. Так, здесь у нас, если я взорву, у нас поднимется сюда два. Пусть взрывается. Не будем соединять их. Да, надо было по центру бить, тогда бы я... Сколько ходов еще? Два хода. Но кошечка ждать не будет нас. Два хода. А собака у нас не зарядится, да? У нас, например, сколько там собака? Три зарядилась. 4, 5, 6, 7, да, наверное. Ладно, пробьем. Хорошо, успели мы. Так. Пусть пробьет. Нет, я предлагаю вообще убить ее. Так. Эх, чуть-чуть не хватило. Какой-то последний баф она сняла. Не будем выяснять, какой. Она что на себя повесила? Ого. Нифига себе, мана заполнится. И она там самоубьется. Давайте поможем ей в этом. А куда все подевалось, я не понял. 500.
500, нам, наверное, не хватит 500. Давайте так попробуем. Да, не хватило. Ладно, добьем так. Два хода еще. О! Ладно, добили. Все, до утра. До утра. Поехали, утро. Утро четверга. Воюем против Тамариба, наверное. Вчера я сделал два тапочка плюс. И если вы сейчас дошли до этого момента, можете дальше не смотреть. Дальше игры войны будет ровно 0. Потому что у меня с понедельника по четверг был эмоциональный тяжеляк. Я никак не мог освободиться, чиститься от него. И в четверг максимально было вот тяжело. Я только потом уже, когда из дома уехал на работу, уже после обеда, после полудня, да, наверное, смог отойти, восстановиться. Там на улице работали, на свежем воздухе нормально было. А до этого вот реально был тяжеляк. И, короче, ребят, война не зашла чисто из-за того, что эмоциональный перегруз был. Что я делал, как я тут вертел, вообще не было понимания. Но я все равно озвучу и выложу это. Сегодня я уже выложил сегодня войну воскресную. Эту мы выиграли войну. Выиграли. Ну, соперник оказался, видимо, слабее. Я не помню, как мы шли ровно-неровно. Этот тапок я, по-моему, выиграл, да? Следующий там дичь начнется. Да, следующего тапка начнется дичь. Мы к нему вернемся. Тут у нас набрали немножко токси. И поля как бы нету. Идет большой ребаланс. В принципе, я ему рад. Этому ребалансую. Гора апнут, сета апнут. Эти герои есть у меня, я играю их. Куча других героев, которых я вообще даже не знаю, как, кто они, откуда они. Первый раз вообще про них слышу, потому что нет у меня их. Единственное, что рубин порежут, типа, почему одну рубин режут, а там топаз не режут или еще что-то. Видимо, рубин чаще всего у всех играет. Ну, такое, знаете, решение. Мы порежем рубин, потому что нас, ну, порежем ей урон ульты на x1. А топаз не будем резать, потому что она, наверное, редко играемая. Но у нее там 310% на x1, а у рубин 290. Но мы сделаем 240 ей. Вот реально никакой логики нету. Есть рубин и топаз. У топаз мощнее на x1 ульта. Ее не будут резать, а рубин будут резать. Я не понимаю, в чем смысл. Чем они руководствуются вот этим вот. Ну, просто жалко. Вот у меня есть рубин, она вот такая клевая карта. Она иногда и в двойке играет, и как саппорт, как ударник. И на x1 частенько она там играет. Чисто для среза. Ну да, понятно, что чисто для среза она играет. Не для урона. Ну, бывает, может быть, и для урона иногда. И какая-то фигня. Получается, этот тапочек у меня переформатировался. Раньше у меня вместо топаз играл Байонг. Вместо медведицы сначала играл у меня
Мелиндор, потом Белка стала играть. Ходил я на Фрею Беру. На Беру чаще всего ходил, Фрея нет. А сейчас я вот переформатировал и уже две войны. Ну, эту нет, а вот последнюю, которую вот я выложил уже воскресную. Там прям играю прям против арамисов, если камушки есть. Так, стучат, заходит хорошо. Мои девушки. Опа. Что тут у нас? Кто-то в топе говорит, что, мол, типа, зачем порезали? Не знаю, или не привыкли играть против. Да это было очевидно. Вот я смотрел одного ютубера. У него прям горело, прям горит, 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 что вот. Горит! Да блин, ну я написал ему, что это было очевидно. Столько, начиная с осени, столько героев вышло. Юпитеров там, этих, там, кто-то там еще, Арамисов, еще кого-то, еще повыходило. Столько героев, что... А я тут проиграл, видимо, да? Что невозможно, настолько обороны стали мощны, что невозможно их ничем убить вообще невозможно. Люди донатят, чтобы выловить там каких-то Оникамавару, или как он там называется, чтобы уже играют, и медведицы начали играть, чтобы хоть как-то можно было переживать этот урон. И они недовольны. А, я тут проиграл, мне не хватило немножко. Я честно сам не понимаю, зачем финны вот делали по одной имбе. И причем, начиная с мим, у них тенденция примерно 3 месяца. Как знаете, вот в Доте 2-3 месяца и идет ребаланс всех героев. Но там-то понятно, чтобы игра не стояла на одном месте, они там ульту режут там, либо наоборот ее снова одних героев ухудшили, других улучшили, чтобы разнообразие было, там, не знаю, 50-60 героев, может быть 100 героев, я не помню сколько, чтобы все герои играли, они постоянно меняют им характеристику, и это как бы нормально, интересно смотреть. Херстоун у них тоже, да, там они потом пришли к этому, что они каждый квартал, каждые 3 месяца добавляли какой-то новый пак героев, новый пак карт, а остальные карты, наоборот, их из игры уводили, чтобы тоже было разнообразие. В МТГ вообще есть такая система, изначально была в МТГ тоже карточная игра. Но здесь, если посмотреть, мим вышла, это был октябрь, да, когда ее порезали? Я не знаю, месяц, два, реально, буквально месяц или два ее порезали. Там даже не прошло. Потом вот эта Waterpipe появилась наравне с мим. Взяли контроль, выпустили ниндзя. Все, Waterpipe умерла, потому что все ниндзя переконтрили. Быстро выпустили. То есть не дали какого-то развития Waterpipe, чтобы у людей погорело, чтобы люди поиграли, люди выловили, а им взяли, все это порезали или сразу контру вы сразу выпустили. Потом они что еще сделали? Арамисы выпустили, да? Я так понял, что Арамисы не сразу все раскусили, насколько он топовый герой. Когда он вышел? Сколько он вышел? Ну, блин, полгода, наверное, мы ждали. Он, наверное, в декабре вышел, но в прошлом году. Сейчас-то уже апрель заканчивается, 4-й месяц, 4. Ну, долго продержался Рамис, долго.
Да, сейчас вот его порежут. Кого там еще резали? Кснольф был. Ну, Кснольф играл год. Кснольф играл год у нас. Тела год играла. Год, наверное, долго. По полгода я бы делал бы мету, чтобы вот реально все наигрались, все собрали тапки, и потом надо все перестраивать. Было бы круто. Но с тем, что они повыпускали Юпитеров, потом вот этот чувак с бубном, как я забыл сейчас уже, потом куча остальных топовых героев повыпускали, Альфа. Ну, я так понимаю, что они ребаланс этот сделали из-за альфа-эфиров, потому что 5 героев на альфа-эфире с такой мощностью, кажется, там уже не то. Это, типа, знаете, Вэлла вышла, МТГ, и там был военный счет 4 ищенда, там еще что-то было. Там раньше по 7 набивали, а потом сразу упал военный счет, потому что люди не могли ничего это сделать. Не могли с этим ничего сделать. То же самое и с альфа-эфиром произошло. Даже, наверное, если бы не было альфа-эфира, то, возможно, эти обороны были бы более-менее играбельные, проходимые. А с такими пропорцентными уронами, вот этого еще у нас есть китайский Новый год, там по 600 вообще бьют, там, и там, я не знаю, куда они, куда стремятся. Такие герои повыходили, их-то хер поймаешь, удачу надо иметь. А потом против них играть, против этой каши всей. Ну, просто это было очевидно, просто надо было подождать. И, в принципе, люди так и думали, что порежут-то. В чате как писали об этом. Так, вы еще со мной тут смотрите меня? Ребят, выключайте, все, здесь можно выключать. Здесь, во-первых, я, когда первый раз ультанул, кем-то я не помню, я вдруг понял, вспомнил, вдруг вспомнил, что Цури снимает с себя грязь. И у нее ульта очищает еще. Я такой, блин, ребята. Ну, когда я брал Скади против нее, было все понятно. А тут-то я на дот уроне играю. Так долго мы там будем, интересно, воевать? Ничего. Я, честно говоря, даже, ребят, не хочу вот этот я бой не хочу комментировать. Потому что мне пришло сознание после того, как я ультанул одним из героев. И вообще у меня против Цури почему-то винрейт плохой. Тогда я взял Цури, пинги меня убили. Сейчас первую Цури я вынес, вторую я вот не получилось мне вынести. А вообще Мицука надо на плечо ставить. И Кадилен надо давно уже убирать с плеча. А, пинги тут есть, кстати, он в углу стоит. Еще ЧР у меня не заблочил. И тут и единички, смотрите, ни одной единички не было. То есть пинги все садил. Ну, вот, в принципе, на среднячках вот таких можно делать нормально. Очки набивать, воевать. Если в нормальном здравии. Так, мы промахнулись, не попали. Камень кончился, да?
Ну, давай, давай, чувак, что ты там медлишь? Неохота даже тебя смотреть. Где там следующий ход? Че я походил? А, Мицука, я Мицука ждал. Где-то сняли, где-то нет. Ну, вообще, я ожидал, что финны не будут резать Арамиса, потому что стали выходить герои, будут выходить типа пробиваем, ульта пробивает сквозь щитки. Это у нас маги будут, башня магов. И где-то, и в песках тоже герой появится, который даст баф своим союзникам, которые будут пробивать щитки. И я думал, что маги выйдут и будут жесткий донат. Вообще финны зря режут, потому что сейчас нету смысла донатить в магов, потому что ульта у щитки у Рамиса снимаем. Мы просто берем диспел, снимаем, и все, и проблем нету. А и не надо вот этого вот ульту, который снимает щитки и еще что-то. Я думал, будет такая вот мета. Мета получается магов и мета Арамиса. Те, кто надонатил магов, убьет Арамисов. Потому что там 29-е отряды на магов. Все за 5 камней заряжаются. Арамис у нас будет какие? 9 камнев, да, герой? Или 10? Он 9. 10. Игра в такую степень уходит или уходила, вот когда получается, что единственный винрейт у тебя это вот конкретный герой, конкретные события, которые поможет тебе выиграть. Это, например, башня магов с их пробиванием, там снятие овер хп, там я помню, где я читал способности, пробивание сквозь щитки, то есть все сделано против Арамиса. И вот такая вот маленькая-маленькая лазейка доната, которая поможет тебе пробить. Все, тут мои нервы не выдержали, такой, да в пизду, короче. Реально тупанул, залажал, неправильно взял. А, тут я уже пошел, короче, чай попил с кашей. И более-менее голова у меня отошла, да? У нас медленный по центру. На что я надеялся? Так, плечи. Вот у меня оборона. Получается, стоял у меня рубин на плече. И имбакан в первом костюме. Я думаю, знаете, почему у меня имбакан в костюме стоит на плече хорошо? Потому что он быстрый, во-первых. И потому что у него, скорее всего, срабатывают уклонения, когда в него ультуют. А уклонение он дает на, получается, на углового героя и на Михаила. И плюс он еще нормально раздает по всем. Все-таки это массовик. Ну, как нормально, по 300. Но если два раза ультнуть, это уже 600 по всем нанесет. И рубин все-таки где-то там подрезает ману, тоже нормально работает. То есть, вот такое сочетание, это... Жалко, что Гоню средний. Вот был бы он быстрый, из угла бы там наваливал. Я, кстати, видел тут какую-то оборону в топе. Реально в топе прям. Где Рамисов куча. Стоял Грейс на плече. Ага, Клин. Юра Клин играл против кого-то. Это было... Это будни были. Агрессив против кого играл? Да, там Грейс стояла у топового какого-то на плече. Я такой думаю, нифига себе. Неужели у него там... Не было мат какой-нибудь или шмат, шмат, или какой-нибудь другого героя.
Так, тут я пока с вами разговаривал. Я уже вынес, да, тут? Ну, я когда разговариваю, не смотрю на экран, что происходит. Ну, мы можем тут центр D вынести. Переждать слепоту. А слепоту кто там дал? А, мы получили ульту все-таки от Малинина. Да, вот я вот сколько, ну, не делал выборов таких вот. Типа там кобальта взял на обмене, Ариэль забрал там. Нисколько не жалею о своих выборах. То есть это вот реальные карты, которые играются, которые заходят. Сейчас все закончилось. Эта война закончилась. Мы ее выиграли. По-моему, даже где-то у меня есть. Где-то есть скрин, где мы выиграли, я постараюсь его выложить.